Итак, приветствую вас, мои друзья. У нас уже среда, и вот он мой завтрак. Это глазунья и, собственно, три вот таких вот хлебца. Вот. Не смотрите, что у меня глазунья такая вся вперемешку. Это моя, не знаю, мой заскок, моя фишка такая. А когда я ее выкладываю на тарелку, я люблю, чтобы, собственно, глазки растеклись. И получается как такой соус. Вот, ну это моя такая необычность в плане глазуни. Приятного аппетита, увидимся в обед. Приветствую, друзья. У меня уже обед. Сегодня у меня салат из помидоров, проростков и китайской капусты, заправленной сметаной. И я еще полила вот творожным кремом, а это то, что вытекло из курочки. И, собственно, рулет из куриной грудки с творожным кремом и укропом внутри. Без соли, без каких-то усилителей вкуса. Соль я в еду не добавляю. В салат я добавила итальянские травы, а курочку сверху посыпала карри, чтобы она подрумянилась, и смазала ее маслом подсолнечным чуть-чуть. Увидимся на ужине. Приятного аппетита! Приветствую, друзья! Сейчас у меня уже ужин. И вот такой он довольно скромный. Это тушеные в сметане грибы. И, собственно, вот такой вот три вот таких луковых хлебца, о которых я вам уже говорила. Скромненько, но сердито, потому что грибы очень питательные. Увидимся завтра на завтраке. Пока-пока.